минус 26 сегодня было сутрица. Сейчас, наверное, где-то 23. Немножко подмерзает. Прохладненько, однако. А, это иней выпал. Ну, сейчас. Ого. А сейчас машинка покажет, сколько градусов. Кстати, там кто-то приехал. После мойки ставлю на скорость. Ручником не пользуюсь никогда. А машинка минус 21 показывает вообще-то. 11,5. Угу. Так, сцепление выжмем, чтобы ей легче было, потому что масло Гуталин. Даже 11,3 уже. Пробуем. Ну, как она рывками регулирует обороты. Минус 21. Включим печечку. Тарабанит. Аки божечка. Что-то завоняло аж чем-то. Стартер, походу, завонял. Щетки стартера. Ладно, пойду очищу от инея. Так, карту включить-то лучше. Вот уже 19 градусов. Пошла греться. Ну, что, хорошо завелась. Молодец.